Привет, друзья! У нас доброе утро! О, кто-то идет. Мы решили снять блог про наш обычный день. И сегодня вот у меня рабочий день будет. Я поеду на работу. Привет! Так, хорошо. Идем завтракать. Ну, сейчас, пока все спали, на самом деле только вот полминуты назад все проснулись. Даришан. Друзья, помните, мы вчера разговаривали, что мы приедем за роботом. С кем вы разговаривали? Ну, мы с тобой разговаривали, мы зачем-то приедем в Китай. А, в Китай. Я думала, ты забыл. Вчера Тёмка в магазине увидел Диди. Вот эти машинки. Да, Тёмка увидел в магазине просто трансформера своих этих любимых за какие-то нереальные деньги. Я сказала, что мы тут не будем покупать, мы закажем в Китай. Потому что это не трансформер. Да. Это просто машина. И еще потому что дорого, да, это все продается. Домой я ему, когда что-то не хочу покупать, я говорю, мы закажем с тобой в интернете в Китае. Он по дороге мне сказал, а давай, может быть, мы утром исходим в этот Китай и сами выберем. Я говорю, хорошо, я думала, он забыл, а он проснулся с целью сходить в Китай. Сейчас я посушу волосы и продолжим. Пока я собираюсь, нас Тёмочка развлекает Даришу. В Китае я собираюсь, да. Да, Тёпа мне предложил самой слетать в Китай. А там оттуда нужно летать? Конечно, это же очень далеко. Не полетим? Нет. Можно не ехать? Нет. Обойдешься без игрушки? Ну вот, я собралась, теперь мы завтракаем. Вот наш завтрак, кстати говоря, каша. Да, Тёма? Нет, не уверен. На самом деле, каждое утро я заставляю Тёмку есть кашу и сама ем, когда у меня высокозатратный такой день энергетический. И вот сегодня Даринка тоже с кашей со своей. Да, доча? Тоже не хочет. А, тоже. Хочешь, да? Сейчас тебе оденем фартук. Я не думала, что... Да, и на самом деле, почему возникла идея записать это видео, как... Наш день проходит рабочий, это, конечно, не ежедневно. Да, не в курсе. Возникла идея записать такое видео, потому что мы, конечно, смеемся всегда от комментариев, ну, некоторых странных. Но, тем не менее, у меня уже глубокая убежденность, что нас считают какими-то инопланетянами, марсианами, да, которые могут как-то жить, не работать. Ну, вы же поймите, друзья, ну, мы снимаем выходные дни. У нас действительно много, больше, чем у других людей выходных дней. Но и рабочие дни, они очень такие интенсивные, затратные. Вот сегодня я решила вам рассказать. Мы работаем. Не поверите, да, мы все-таки работаем. С неба нам ничего не сыпется. Сегодня я буду проводить мастер-класс, так как работаю тренером в области парикмахерского мира. Очень большой у нас сегодня мастер-класс презентационный. Ну, могу немножечко показать, рассказать. Вы мне потом напишите, интересно вам было это смотреть или нет. Потому что, ну, на работе влоги никто не снимает, да, снимают по выходным. Почему-то у других блогеров, мне кажется, не спрашивают, а вы вообще работаете, Да работают все, конечно. Вы же понимаете, что, ну, как бы, откуда тогда? Откуда все? Декретных денег нам не платят. У нас камера сломалась. У нас камера сломалась еще. Вот, смотрите. Тёмочка сейчас покажет, как он кушает кашку. Сейчас. Вот. Сейчас, подождите, ребята. Наш кашечный завтрак. Стараемся периодически, пока мы не в поездках, нормально завтракать кашкой, потому что когда мы куда-то ездим и там нам предлагают какие-то завтраки на выбор,
никто кашу не выбирает. А здесь выбор такой ограниченный, выбор без выбора. Ну, мы, собственно, кушать, томофруктики. То есть, знаете, черносливки мы вчера купили. Все. Ты выбрал? Да. Да. Понравились черносливки? Новый урожай. Вкусно? Обалденно, черносливка. Понравилось, да? Я помню, ты любил их. Дарина пока любит все, что ей дают. Папа у нас пока в ванне. Сегодня я работаю. Я. Да. Ты будешь командиром. Я буду сегодня командиром. Ты будешь... Что, сынок? Ты будешь командиром. Да. Тёма хочет, чтобы я была сегодня командиром. А Гриша будет, соответственно, с вот этими карапузами воевать дома. Тёмка у нас на полдня ходит в частный развивающий садик. Они играются, да? Чем вы там занимаетесь? Нотка. Ну, нотка, да, называется. А чем, чем вы занимаетесь? Да, ничем не занимается. Ничем Тёма не занимается там. Ну, вообще, детки, я видела, другие занимаются. Потому что там я купила, но только игла. Потому что там красивая игра. Игрушки хорошие? Целая лобота была, я хотела видеть. Мы будем кушать? Ну, это уже старая лобота. Гриша, видит, у нас есть душа? Да. Я у него спрошу. А там? Про Майка. Очень заинтриговала меня эта тема. Вчерашний подсчет. А его одежда? Я спрошу, у кого больше одежды он считает. Угу. Папа, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я не успел, я проспал все на свете. А мы тебе оставили кашу. Кашу. Мы все, собираемся, меня уже ждет такси. Вот у нас уже второй раз такая ситуация, мы только выходим. Только что мне пришло сообщение, что, извините, форс-мажор, садик не работает. Да ладно, да? Кто, говорит, не успел выйти. Шапку натяните на Дарину. Так что вы остаетесь гулять дома, благо сегодня погода позволяет. Гуляем так просто. У меня к тебе один вопрос. Один всего? Я заготовила. Всего один? Вопрос этот, у нас какие-то технические работы тут? Это выдувают. Выдувают воду из системы полива, чтобы она не перемерзала. Ну, на зиму не перемерзала. Ага. Как ты думаешь, папа? Да. Сколько у тебя маек? У меня? Да. Не знаю, что 15-20, наверное. То есть ты подозревал, что их много, да? Ну да. А что? Это нормально? Я, ну да. Да, я просто думала, ты скажешь, что 7. Нет, много моих. Рубашек мало. Давно уже не носил. Короче, я у тебя 22 майки ровно. Да ладно. Да. Прикольно. Причем 22 поглаженных майки. Спасибо, буду знать. Меня ждет уже такси у ворот. Я на работу продвигаюсь на такси. Потому что боюсь я идти в кубанскую народную езду, если честно. Очень странно ездить. Пойдемте, меня проводите пока. Пойдем. Я не закрывала, не знаю, ключи тебя нет. Вот. Такси Uber пользуюсь. Но уже он нам не нравится. Вначале это было удобно. Смотрите, такие вот комары какие-то у нас огромные. Вот паукообразные. Их очень-очень много откуда-то зимой стало. Вишен, какие-то они страшно выглядят. Пойдемте проводим. Тёмка, пойдем проводишь и погуляйте чуть-чуть. Уже не нравится нам Uber, потому что люди стали отказываться. Один раз я вообще там прождала минут 20, а водитель, только подхожу к воротам, водитель уже смылся. Тёма упал. Тёма.
Вон, но этот у ворот стоит, ждет. Молча разворачиваются, уходят. Да, я долго собираюсь, но и вызываю заранее. Почему? Потому что не хотят ехать сюда к нам за город. Немногие. Ждет, поздравил меня с праздником почему-то, хотя сегодня 3 ноября. Спросила, что за праздник, говорит, сейчас разберемся, выходи. Здрасте. Здрасте. Ой, какая хорошая погода. Да, можно погулять. Идите погуляйте пока. Я поехала. Мы погуляем. Ну хорошо, пока тогда. Нет, ой, у вас правильный подход. Ну вы же знаете, в России 3 основных российских праздника или нет? Пятница, еще что-то. Он сейчас направо можно. Направо? Да-да-да. Это сам не краснодарский. Да, и мы тоже как бы понаехали. Да. Да, вы всегда такой веселый были? Или потом? Нет, вот она часто мне говорит. Я какой тебя встретил, а такой ты остался. А какой ты не должен? Не сломили вас, да? Ни года, ни беда. Ну как, в наше время же надо же было, у меня язык без костей, а почему меня высоко поднимали, низко опускали. Ну вот, все, на работу приехал, вот этот заряд бодрости и позитива хапнула от дядечки в возрасте более 70 лет. Представляете, как сохранилась у него бодрость духа, я обзавидовалась. Вот бы нам так. Ну и первый раз действительно зарядил меня кто-то позитивом. Ну, иду отдавать его девочкам. Всем доброе утро. Очень я рада вас всех видеть. Много знакомых лиц. Очень приятно, что вы нас не забываете. Я буду вас всех вот так вот видеть. Сегодня мы вас собрали, уже второй у нас семинар собирается, по поводу того, что у нас новинка. Когда у нас появляются новинки в сфере индустрии, и мы, собственно, знакомимся с ней сначала, мы отрабатываем, пробуем, никому на слово не верим, потом мы уже презентуем вам. Супер! Ух, ну все. Окончен бой. Беру портфель иду домой. Наконец-таки. Все, закончила мастер-класс. Жутко устала, но этот дяденька сегодняшний в такси, я немножко поснимала его речь, он сделал реально мой день. Я в шоке. Тёмка, наверное, еще спит. Сейчас. Тук-тук-тук. Смотрим. Даринка плачет. Все плачут. Не пускают нас. Ну что, все живы? Все живы, здоровы. Сейчас, теперь. Домашнюю сестру будем уютить. Такие вот дети встречают, плачете. Вы сильно плакали долго? Все, теперь отдыхаем. Тёмка спит, да? Да, еще спит. Ну, я раздеваюсь. Я тебе не успела рассказать. Я вез дяденька, видел же его, такой веселый дядечка. Ну, утром, который с праздником поздравил. Я говорю, да. Что за праздник? Короче, я даже снимала, что он мне говорил. Он вообще сделал день. Каждому человеку надо с ним проехаться. Особенно человеку 70 с лишним лет, я не знаю сколько. А что за праздник? Да солнце светит, такая красотка ко мне в машину села. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Все, да какие? Я могу вам 1000 праздников. Вы знаете, я вот таксую. Вот это мое любимое. Я занимаюсь хобби. С тех пор я как начал заниматься хобби, я, говорит, жить стал вспять. Я раньше какие-то должности, говорит, высокопоставленные занимал. Меня то поднимали, то пускали. Говорит, геморрой такой. Круто. Он реально кайфует от того, что возит людей. От того, что он это, ну, говорит, такие всякие бывают, да, тут, говорит, столько сценариев, ты как в театре. Человек нашел позитивное отношение к этому, он кайфует, говорит, и я свободен. Я мне позвонила, доченька,
Я подъехал, позвонил сын, сорвался, уехал. Раньше, говорит, я работал как дурак, говорит, у меня этого ничего не было. Да. Учитесь вообще. Я говорю, чтобы что, мне... Учитесь, чтобы пойти в такси? Учитесь, чтобы пойти в такси. Получаете права. На самом деле, это позитивное, нормальное отношение к тому, что ты делаешь. Люби свою работу, если ты не имеешь работу, которую ты там хочешь иметь, да? Люби то, чем ты занимаешься. Ну, он наговорил, на хорошо он сегодня заработал от меня лично, потому что я ценю таких людей. Что, много оставила? Ну, конечно, но в два раза больше я его заплатила, чем должна была. Ну, блин, чтобы мне вот так по утрам поднимали настроение, дух такой, ты думаешь, человеку 70, он мне знаешь, что сказал? Ну, так ты ему, ты надо было тебе телефон его взять и... Ну, я тебя... как-то постеснялась, во-первых, во-вторых, там некуда было слово вставить. Но человек, знаешь, что он сказал? Ну, короче, давайте мы с вами как-нибудь пересечемся через 80 лет, так где-то. Я хочу вас свозить в кукольный театр. Ну, знаете, почему через 80, говорит? Ну, потому что сейчас вам некогда, вы там работаете, а потом вы как раз правнучка у вас родится, и вы ее повезете в кукольный театр. Говорит, ну и я тут, как, короче, тоже с удовольствием съезжу. Вот такое отношение, а в этом возрасте, когда у тебя все болит, хромает, да каком вы там, в нашем уже все нючат, конючат, какое счастье было встретить такого позитивного человека, реально, вот каждая встреча в нашем мире не случайно, переворачивает тебя иногда полностью, вот, не надо никакого психолога, ничего, посмотри на человека, кайфует, радуется, у него есть возможность, да у нас у всех есть возможность так относиться к жизни, да, к людям. И все у нас будет хорошо. Он говорит, у меня реально все складывается удачно. Я так стал заниматься, говорит, любимым делом. Он несколько раз произнес. Не как все обычно. Да я вот таксую, ну, ну вот да, потому обычно что... Такие слова таксистов. Да я временно, пока там туда-сюда, сейчас там работа. Mm-hmm. Ну, такое ощущение, что они стесняются. Оправдываются. Ну да. Да не надо оправдываться, то, чем вы занимаетесь. Вот, ну, занимайтесь с удовольствием, да? Ну, везде да. Можно заработать или не заработать. Так что вот такая вот история, я прям до сих пор радуюсь, что меня так взбодрили. Обычно я привыкла, что я еду до работы, там бодрюсь как-то заряжать в коллектив, а тут, ой, дарю, тут человек, которому я прям, оп, как батареечка. Такому человеку не грех заплатить. Вот так вот, да, Дарюнька? Так что пока-пока. Пока-пока. Радуйтесь жизни. Ребят, короче, под видео есть колокольчик. Надо на него, оказывается, жать. Мы не знали, нам сказали, надо нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые наши видео. Нажмите на колокольчик, и будет вам счастье. Нажмите на колокольчик, и тогда все желания ваши исполнятся. Нажми на кнопку. И закрепите результат лайком. Лайком.